Расскажи им о чехле. О чехле DotView? Да, о самом замечательном на земле HTC DotView! О чехле HTC DotView я могу сказать только одно. Если бы этот удивительный и стильный аксессуар придумали бы в компании Apple, то сейчас бы весь мир удивлялся таким изящным и простым решением. Вот и все, что я хотел сказать о чехле HTC DotView. Как тебя зовут, друг? Меня зовут Дмитрий. Дмитрий Калинин. Все подписываемся на канал и читаем твиттер Дмитрия Калинина. Ну а если серьезно, многие спрашивают меня, в чем же секрет фирменного чехла от HTC? Как же это работает? NFC? Bluetooth? А может какой-то секретный протокол? Некоторые даже всерьез думают, что дисплей смартфона выключен, а информация отображается на матричном табло мягкой крышки. Сегодня я открою секрет всем, кто досмотрел до этого места. Все дело в маленьком, но мощном магните, который спрятан в крышку чехла. Вот, его даже видно. В сочетании со встроенным системным софтом HTC Dot Matrix, который обрабатывает информацию в телефоне и выдает изображение на дисплей, которое просвечивается сквозь дырочки чехла,
они и создают матричную картинку. А теперь берем обычный магнит, который есть на холодильнике в каждом доме, и создаем свой собственный HTC Dot View. Если вы сегодня так же, как и я, узнали секрет чехла HTC Dot View, ставьте большие пальцы вверх и дайте ссылку на это видео своему другу. На этом всем спасибо за внимание, всем мира и добра, до скорых встреч!